Здравствуйте, друзья! Меня зовут Тамара, и сегодня вы на моем канале, который так и называется «Тамара Савицкая». Сегодняшнее видео будет необычное. Сегодня я начинаю новую рубрику «Как снять видео для рукодельного канала». Сейчас вы видите мой ноутбук, а вот вообще стол мой рабочий показываю. Я снимаю видео на телефон. Вот мой рабочий стол, за которым я сижу. Занимаюсь творчеством, словом, вяжу свои изделия различные. Далее покажу, значит, у меня вот какой один светильник. Вот у меня светильник большой, вот он, светильник один, вот светильник. Далее у меня вот еще один светильник, вот второй светильник. Так, вот, света у меня достаточно. Света у меня достаточно. И сейчас еще покажу штатив. Итак, значит, вот у меня светильники. И вот у меня штатив. Вот покажу штатив. Вот он какой. На ножках. На ножках штатив. Значит, марка такая 3130. VT, FT. Непонятно. Но не суть. Во всяком случае, я хочу сказать, что для тех, кто хочет снимать видео, особенно для начинающих блогеров, конечно, штатив необходим. Кроме штатива, ну вот он с ручкой штатив видно. Вот. Кроме штатива, у меня к штативу прикреплена такая вот важная вещица. Вот она такая розовая. Сейчас поверну немного, чтобы было удобнее. Вот такая розовая вещица, вот она прикреплена к штативу. Вот показываю. И вот сюда крепится смартфон, вот сюда. Вот. И дальше идет съемка. Значит, на столе вот происходит работа и идет съемка. Хочу сказать, что вот монопод — это очень хорошее такое вот приобретение мое. Ну, словом, я им очень довольна. Вот здесь, вот в этом месте, его можно удлинять. Ну, я зафиксировала. Одной рукой мне, я не смогу вам показать, как его можно удлинить. Ну, словом, я потом вам покажу вот на этой вот коробке информация там какая есть. Ну, словом, штативом я очень довольна. Почему штатив нужен? Потому что вначале я снимала свое видео, ставила... Почему монопод нужен, оговорилась? Потому что штатива одному недостаточно. Вот эти ножки, они постоянно лезут в кадр как бы. То есть, вот если... Телефон прикреплен был вот здесь, у штатива тоже был такой вот, такое вот крепление. Ну, не суть, как оно называется, но крепление словом. Вот оно жесткое, хорошее крепление. Вот. То ножки постоянно попадали в кадр, и без монопода, ну, никак не обойтись. Поэтому, кто начинает снимать, вот видео, конечно, мое предназначено в первую очередь для начинающих блогеров, для тех, кто... думает, как снять, как начать снимать видео. И я думаю, что вот эта информация им пригодится, потому что в свое время я искала различную информацию, как это все снимать. Вот показываю крепление, штатив и к нему монопод. Вот. Ну, собственно, вот еще хотела показать вам коробочку, как она у меня на коробке написано, что это селфи-палка. Вот, но в целом она у меня используется как монопод, и я ее, ну, здесь показываю вам как монопод. Вот написано здесь, какая информация, читаем. Так, вот, телескопический монопод, материал, сейчас не видно. Материал металл, пластик, резина, длина в сложенном состоянии 23,5, в разложенном 105 сантиметра. Максимальный вес устройства до 500 грамм, вес... то он, резкость пропадает. Вес монопода 165 грамм. Вот, словом. Вот. Еще раз повторю, что мое видео вот это о моем рабочем месте, оно предназначено главным образом для начинающих блогеров, для тех, кто хочет начать снимать видео. Рядом вот здесь у меня мой ноутбук. Я свой канал здесь открыла, вам показываю. Хочу сказать, что в следующем видео я покажу, как я монтирую видео, как конвертирую.
Вот. А сейчас я хочу с вами попрощаться. Кому понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. Я хочу набрать 1000 подписчиков. Всего доброго, спасибо за внимание. Пока-пока.